Привет, друзья! Спешу поделиться с вами очень важной и срочной новостью, которая коснется абсолютно всех людей, кто живет в Чехии, кто планирует ехать в Чехию. Это как касается и граждан Чехии, и иностранцев. Новые правила въезда в Чехию, которые будут распространяться с 5 февраля 2021 года. Сегодня в этом видео будем полностью разбирать, что можно, что нельзя и что нужно делать при тех или иных обстоятельствах. Я взял три главных источника. Это Министерство внутренних дел Чехии, это посольство, и туристический сайт System 11, где есть карта, то есть COVID-семафор, где можно полностью все рассмотреть и увидеть со стороны Чехии. То есть не только со стороны Украины, не только со стороны других стран, но и со стороны Чехии. Так, первый сайт, вот видите сейчас на экране, это сайт Министерства внутренних дел Чешской Республики. И вот уже вам информация вся, начиная с пятницы, 5 февраля 2021 года. Условия въезда лиц в Чешскую Республику меняются. Новые правила распространяются как на прибытие иностранцев, так и на возвращение чешских граждан и резидентов обратно в Чешскую Республику. Почему это сделалось? То есть основная причина – это реакция на новые и более заразные мутации коронавируса и координация по этому вопросу на уровне ЕС. Дальше идем. Недавно введена так называемая темно-красная категория высокого риска, то есть это новая категория, которая была добавлена Чешской Республикой перед тем, как были раньше оранжевая, красная, зеленая, теперь еще темно-красная. Вот здесь к ней будут применяться самые строгие эпидемиологические меры. Это означает обязательную подачу первого теста ПЦР не ранее, чем за 48 часов до въезда, а затем второго теста ПЦР, проводимого в Чешской Республике не ранее 5 дня после въезда. Самоизоляция требуется до получения второго отрицательного результата теста. Сейчас более подробно все расскажу. В случае поездок из оранжевых и красных зон, перед въездом потребуется предоставить тест на антиген или ПЦР не старше 48 часов. В случае красных стран, человек должен пройти второй тест ПЦР, проведенный в Чешской Республике. Его можно провести до 5 дня. Самоизоляция требуется до получения второго отрицательного результата теста. Это в основном касается европейских стран, но сейчас будем тоже по карте смотреть более подробно. Что еще нужно? То есть при поездке из всех этих категорий стран также необходимо заполнить электронную форму прибытия, заполнение которой будет проверяться вместе с тестом при въезде в Чешскую Республику. Честно скажу, я не знаю, ребят, как это будет выглядеть на практике, но то, что они грозятся это делать, видимо, как-то будет проверяться. Исключение будет применяться в частности к международным перевозкам, регулярным трансграничным передвижениям, для работы, пригородных поездов, учебы или ухода за детьми. Кроме того, гражданам Чешской Республики настоятельно рекомендуется не покидать Чешскую Республику по причинам, отличным от строго необходимых. То есть нельзя путешествовать, ну опять же можно, естественно, это все делать, только придется платить очень приличные суммы денег как туда, так и обратно. По состоянию на 31 января 2021 года действует кризисная мера по ограничению свободного передвижения, которая запрещает въезд иностранцев в Чешскую Республику по причинам, отличным от строго необходимых. Здесь, я вам скажу, была информация, что 30 января 2021 года приняли кризисную меру и запретили въезд для иностранцев. На самом деле, ребят, ничего не произошло, это просто обновили действующие поправки, то есть те, которые были еще введены летом. Въезд запрещен для безвизов, въезд запрещен для других рабочих виз, то есть польских, венгерских. Опять же, мы не указ, и кто хочет рисковать, пускай едет, пробует, поймают, это же уже ваше дело. Не поймают, ну, значит, хорошо. Вот все здесь, опять же, правила, вся информация, ссылки оставляю под описанием, под этим видео. Ну и вот, как вы видите, есть такая табличка, она здесь на чешском языке, но тут все, в принципе, понятно. Зеленая, оранжевая, красная и темно-красные страны. Значит, формуляр обязательно. Касается это нас, я вам скажу, касается это темно-красная зона абсолютно всех третьих стран, как ни удивительно. Вот, поэтому смотрим приездовый формуляр. Оно, то есть нужен тест перед отъездом. ПЦР максимум 48 часов. Тест по приезду, прилету
ПЦР не раньше по 5 днях от приезда. То есть, что это значит? Вы приехали, к примеру, 5 февраля, тест у вас должен быть от 3 февраля, например, в Украине сделан. 5 февраля вы приехали сюда, и только 10 февраля вы можете делать уже повторный тест. Они должны все быть негативными. Тогда можно идти на работу. Самоизоляция. То есть обмежені погибу, то, що говорилось, самоізоляція по, до предложення негативного тесту не раніше 5 днів від приїзду. І охрана уста носу, це теж нове нововведення для правил противоепидемиологической системи ПЕС. Плюс 10 днів по приїзду носить респіратор FFP2. То есть сейчас это важная новая фишка — носить эти респираторы, то есть обычные маски им уже не котируются. Сейчас чуть позже расскажу о других новостях по поводу этих респираторов, почему их хотят вводить, рекомендуют и так дальше. Так что вот такая информация на сайте Министерства внутренних дел. Дальше вы здесь также можете зайти в категорию коронавирус. Информация про цизинцу, то есть информация для иностранцев. И здесь можете опять же все ссылки смотреть, видеть все полностью уведомления, поправки, законы, все здесь есть. Поэтому это самый главный источник, откуда нужно брать все въезды, выезды и так дальше. Второй немаловажный сайт — это посольство. Также Украина одна из самых высоких стран с очень высоким риском заражения, как оказывается. Поездками стран этой группы будут применяться строжайшие эпидемиологические меры. Это означает обязательную подачу первого теста ПЦР не ранее, чем за 48 часов. Затем второй тест в Чешской Республике. И его нужно сделать через 5 дней после въезда. Самоизоляция требуется до получения второго отрицательного результата теста. Также нужно носить опять же этот респиратор. Вне дома, то есть на улице, на работу, за продуктами, через 10 дней после прибытия. То есть вот такие вот меры делают для въезда иностранцам. Во время путешествия также необходимо заполнить электронную форму прибытия. Тоже здесь есть вся информация, можно зайти. Ну и вот, как видите, карта. Как правило, вот они все третьи страны. Вот Украина, Белоруссия, Россия. Там и Казахстан дальше, и все остальные страны. То есть все они темно-красные, они просто ограничили. Европу они оставили красной, некоторые страны оставили оранжевыми. Одна единственная зеленая — это Ватикан. Так что все в принципе понятно. Ну, Испания, Португалия с Англией, опять же, которая вышла из Евросоюза, они в темно-красных зонах. И переходим теперь на путешествующий ковид-семафор такой. Это все вот здесь на Чешском. Тоже оставлю ссылку на этот сайт. И вот, к примеру, вы можете зайти. Это информация, скажу так, ребята, для чехов, которые планируют путешествовать по всему миру, по всей Европе. И вот видите, если на украинском сайте Испания, вот она идет в темно-красной зоне с украинской стороны, то с чешской Испания она в желтой зоне, то есть оранжевая зона. И здесь вот рассказано, что и как, можно использовать переводчик, пожалуйста. Нас интересует тут Украина, если, к примеру, чехи или кто-то там поедет с чешской стороны в Украину. Здесь указано, что актуальные цестовные опатшини, то есть ограничения. Украина 28 августа закрыла все границы на 30 дней, только транзит и так дальше, официальные источники. И опять же сказано, что при возвращении обратно до Чешской Республики обязательно нужно показать, то есть показать негативный тест на коронавирус не старше 48 часов, который будет проведен еще перед отлетом с Украины, что есть практически невозможно. То есть вот так вот чехи думают, что это нереально сделать, не знаю почему. Вот. И дальше ПЦР-тест есть, нужно сделать через 5 дней по возвращении уже в Чехии. Если интересует кого Россия, пожалуйста, здесь то же самое.
идет ограничение по России, то есть туда въехать чехам нельзя. Ну, и тут, в принципе, всем иностранцам сказано для туристических целей. Вот. И так вот по любой стране. Единственное, это оранжевые зоны для Чехии, это Узбекистан и Киргизстан. То есть здесь есть туристические дороги с Чехии. То есть обратно не знаю, изучайте на своих посольствах, вся информация должна быть там. Вот. И рассказано, что и как. То есть, ребят, я вам оставляю эти все ссылки для того, чтобы вы могли изучать, понимать, что и как. Они обновляются, это опять же все обновления идут, сколько это будет длиться, никто честно не знает, но я думаю минимум это месяц точно. Прогнозы мои личные, я думаю летом все это, конец весны, лето это все попустит, должны по-любому какую-то туристическую программу вести, сделать, чтобы чехи покатались и не только чехи, и по всему миру. У кого есть деньги, возможности, пожалуйста, катайтесь, делайте тесты. То есть, в принципе, ничего на самом деле такого прям страшного не произошло. Да, конечно, накладно будет по карману, и не спорю. То есть, а так, если реально рассудить на практике, то есть теоретическая основа вот она вся здесь есть, а практика показывает следующее, что границы открыты, на работу ездить можно, визы делаются. Поэтому здесь проблем никаких нету. Ну и сейчас покажу вам, как выглядит тест на коронавирус, уже сделанный в Чехии. То есть выглядит он вот таким вот образом. Здесь вы можете посмотреть, заполняются там все ваши данные. И указывается уже результат. Тут там негативный тест. Это делали мы еще в августе в Праге, в аэропорту. С такой вот печатью. Он присылается вам на электронную почту, и которую можете уже, в принципе, не распечатывать даже, просто показать его на работе и все. То есть такая вот система. По поводу респиратора, вот есть информация, опять же, принята была 1 февраля, что в Чешской Республике отменили НДС на респираторы. То есть в чем сыр-бор весь? Ранее была информация еще в январе, что мало чешскому правительству этих масок обычных гигиенических, то есть нужно повысить еще более защиту дыхательных путей и защиту людей друг от друга, поэтому решили подумать и применить респираторы для поездок в транспорте, для похода в магазин, но опять же, их честно это правительство раскритиковали, потому что очень дорого стоит респиратор, один от 30 крон ценовая политика начинается, и вот они решили, опять же, пока не вводить это правило обязательное, только рекомендации. Вот. И почему так опять же происходило? Потому что соседние страны, Германия, Австрия, это правило ввели. И они обязали всех своих жителей носить эти респираторы. Но опять же, Чехия не такая страна богатая, как Германия и Австрия. Соответственно, пока только рекомендательный характер. Как выглядит этот респиратор, можете посмотреть. То есть, опять же, пока все остается на рекомендательном уровне. То есть, сделали отмену НДС на респираторы. Это 21% налога. То есть, они сделали средства защиты от коронавируса более доступными для людей. И вот как раз сказано на этом источнике, что недавно правительство Чешской Республики обсуждало возможность введения новых правил на территории страны, согласно которым все граждане должны будут носить респираторы в очагах распространения COVID-19. Такие меры действуют в Германии и Австрии. Они связаны с появлением более заразной британской мутации коронавируса. Ну, а сейчас в Чехии только инструкторы и ученики автошколы обязаны носить респираторы FFP2 или KN95 в Чехии. Остальным гражданам правительство пока рекомендует использовать их в общественных местах. Ребят, ну что, вот такие вот новости, не совсем, конечно, они классные, не совсем хорошие, но они есть. Важно всем реально знать эту информацию, важно всем, кто будет ехать в Чехию, изучить полностью все эти решения своих вопросов пребывания в Чешской Республике, сдать эти тесты, опять же, уточняйте у своих работодателей, возможно, некоторые тесты будут вам компенсироваться. Может быть, есть возможность также, кто едет на трехмесячные визы, сделать тест с зарплаты. То есть такие вот все моменты уточняйте. У меня убедительная просьба ко всем людям, которые будут ехать, кто смотрит наш канал, нашим подписчикам.
Делитесь, пожалуйста, обратной связью, делитесь своими комментариями, делитесь информацией, как было, что спрашивали на границах, в аэропортах и так дальше, чем вы будете добираться. Это очень важно, очень нужно, тем более в данной ситуации. Вот. Но опять же, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте проставлять лайки, это помогает продвигать это видео. То есть мне не нужно вам, я думаю, объяснять, что это, для чего это нужно. Вот. Так что такие вот новости. Главное, без паники, все в принципе нормально, есть чуть-чуть ужесточение, конечно, но без них, к сожалению, никуда. Поэтому всем здоровья, всем терпения и увидимся уже в следующих выпусках. До новых встреч, пока-пока.